нас счет в Татфонбанке остался. Все деньги, которые на содержание дома, деньги на текущий ремонт, деньги на капитальный ремонт, все там остались. Сейчас содержать дом не на что. Документы подадим. Но вопрос в том, что вернутся ли к нам деньги. И какая работа со стороны прокуратуры ведется. Вот здесь нет уверенности.